На центр. А, окей, значит я Ctrl A. Ctrl 1, окей. У тебя супер перш. Давай, значит, ты центр, я А прикрываю. Блин, как бы так... Не люблю через эту штуку шляпу выцеливать, просто... Ну, коня, конечно, коняка, блин. Ясно. Попробуй выцелить через нее. Тут либо летит снаряд туда, либо не летит вообще. АМХ. Лев. Льва зашили, слушайте. Чисто... Да, вообще без вариантов. Чисто без вариантов. Игра вылетела. Да бывает, ничего страшного. Азам, привет, привет. Слушайте, ну пох... Походу у Левы тоже игра вылетела. Короче, блин, бери уже МХ точку, а? Я не знаю, чё ты стоишь там. Чё по мне кидают? Фиг пойми, что происходит. АМХ, вас чё, всех выкинуло из игры? Я не пойму, у меня союзники все стоят. Чё за нафиг происходит? Чё происходит, а? Всех чипа выкидало или как? Я не пойму, что это за дичь. Не кисло так, Лёву зашили. Удачного стрима, гоу, взвод. Взвод, короче, я катаю, сорян, с теми, кто мне задонатил кучу миллион бабла. Ну, на Рудика, в общем, я катаюсь с теми, кто мне задонатил. Мне Раминыч задонатил 550 рублей, мне задонатил там, в общем, там целый список. Ирина Денисова 150 рублей и так далее. Я не пойму, чё АФКш... Вы видели такое? Все АФКшные стоят. Чё с сервером случилось? Я не знаю, но... Я заберу, наверное, лучше тебя, братка. Я и поеду на КД. Я такой дичи еще не видел. Да пошел вон. Я не танкую или как это? Чё, танковать будем или нет? До сих пор войти не могу. Что за жесть? Пошел вон. Просто пошел вон нафиг. Нет, 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 танкани, братка. Блин, Раминыч, давай заходи, на тебя вся надежда. Ё-моё, блин, это изи мастер, ага, изи мастер, блин. Только не для меня, походу. Меня тоже выкинуло. Ирышка задонатила, да, Ришка задонатила тоже. Тиграмба пишет, меня тоже выкинуло. Чё за ор нафиг? Гляньте, гляньте. Вот так вот 5к и набивают нафиг. Пишет, чё за фигня выкинула из игры? Слушайте, ну, из 5 должен, наверное, да, все-таки Пантера. Сервер перегружен, пишет. Это лаги, у меня союзники играли, а я запинговал. Прикольно. Еще минус. Гля, прикол, вообще все вылетели нафиг. А, так этот АМХ тоже вылетел. Так и 12к набивает. Вот тоже мне написали на стриме. Не, ну ты не такой, типа, скилловый игрок. Я видел и лучше, те, которые по 12 тысяч, типа, накидывают на бабахе каждый бой. Я говорю, ну да, конечно, каждый бой, ну-ну. Тиграмба пишет, а я донатил вроде 30 рублей. Ты донатил, но до того, как мы собирали на Рудика. Реально вылетели все. Ну, можем тоже как-нибудь катнуть. Выкинул всех.
все зависли, есть такое. Слушайте, ИС-5 возьмет просто бешеного мастера. Кондуктор 23, нафиг. Поиграли, блин. Так бы лучше хоть раз в жизни 12к набить. Я только разыгрался, Раминыч пишет. Я еще не успел сам как бы не пофармить ничего, и тут такая жесть. Ну я, блин, не против, если все наладится, и ты найдешь вариант, как бы, способ зайти в игру. Жестко пишет Азам. Ха-ха! Ай, вошел. Вот отлично, вот заходи, ждем. Из натыкал АФКшек. Ну вообще хана. Просто точно натыкал АФКшек, просто дальше некуда. Жестко натыкал. Точки возьми, братан. Просто точку Б бери и хотя бы точку Б. Ну посмотрим, посмотрим, как парни набивают 12к урона. Гоу ничью, да вообще вор будет. Не, ну бой этот надо досмотреть до конца. Не, ставьте плюс, если вам не интересно, я выйду из этого боя. Картошка подкрутила. Блин, так точно. Они по очкам затащили. Они по очкам затащили. 7000 урона, пацаны. 7к. 7к. Поражение. 7к. Мастер. Два мастера. Пацаны, два мастера в одном бою. Картошка говорила, нельзя мастера взять в одном бою. Вот. Два мастера. Это как? What the fuck, народ. Один мастер и второй мастер. Что за дичь происходит?